Дамы да сударя, господа, сударыни, всем вам мое почтение. Евтушенко Евгений Александрович. Завидую я. Этого секрета не раскрывал я раньше никому. Я знаю, что живет мальчишка где-то, и очень я завидую ему. Завидую тому, как он дерется. Я не был так бесхитростен и смел. Завидую тому, как он смеется. Я так смеяться в детстве не умел. Он вечно ходит в ссадинах и шишках. Я был всегда причесанней, целей. Все те места, что пропускал я в книжках, он не пропустит, он и тут сильней. Он будет честен жесткой прямотою, злу не прощая за его добро. И там, где я перо бросал, не стоит. Он скажет «стоит» и возьмет перо. Он, если не развяжет, так разрубит. Где я не развяжу, не разрублю. Он, если уж полюбит, не разлюбит. А я и полюблю, да разлюблю. Я скрою зависть, буду улыбаться. Я притворюсь, как будто я простак. Кому-то же ведь надо ошибаться. Кому-то же ведь надо жить не так. Но сколько б не внушал себе я это, твердя, судьба у каждого своя, мне не забыть, что есть мальчишка где-то, что он добьется большего, чем я. Всем спасибо.